Бесплодие – проблема, которая шагает по миру. Статистика медиков неутешительная. На прием к репродуктологу приходят и женщины старшего возраста, и юные девушки, и мужчины. Если проблема с появлением потомства уже есть, то обращаться нужно только к сертифицированным медицинским специалистам. Недавно клиника репродуктивного здоровья ЭКО вошла в программу международной сертификации ТЭМОС. Эта независимая сертификация подтверждает высокое качество медицинского учреждения по десяткам критериев. Сегодня ЭКО – первая и пока единственная клиника лечения бесплодия в Поволжье, которая оказалась в этом мировом авторитетном списке. Это международная сертификация, позволит которая нашей клинике принимать пациентов не только из регионов Российской Федерации, но и из регионов других государств. То есть это будет международная, вернее, возможность у международных пациентов обслуживаться у нас на уровне международных и мировых стандартов. К ним относится и квалификация медперсонала, и оснащенность. Сейчас в клинике ЭКО завершается обновление эмбриологической лаборатории. Действует мировая практика, востребованная по всему свету, так называемое отложенное материнство. Яйцеклетки помещают в криобанк. Вернуться за ними будущая мать может в любое время. Для тех родителей, у кого проблемы со здоровьем не позволяют иметь собственное потомство, действует программа подбора эмбрионов премиум-класса. Их определяют по 70 параметрам, среди которых на первом месте генетическое наследство. Пациентам очень важно, чтобы дети были похожи на них. Поэтому вот в эти 70 параметров точно так же входит это отбор и по голосу, и по почерку, и по каким-то, может быть, даже привычкам, которые характерны для этих пациентов конкретно и характерны для тех доноров, которые выступают в качестве доноров яйцеклеток. И физическое сходство в этом случае возможно. Потому что это тоже для них важно. Пациенты, которые приезжают на лечение именно таким методом, как правило, для них это тайна. И мы стараемся максимально сохранить эту тайну во всех случаях. Самое главное, объясняют медики, не сидеть сложа руки, а заниматься своим здоровьем и заранее задумываться о потомстве. В ряде случаев процедура экстракорпорального оплодотворения делается бесплатно по полисам ОМС.